Москва, 16 мая, РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин, битчоин, в среду утром дешевеет, продолжая динамику вторника и приближаясь к уровню поддержки в районе 8000 долларов, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 9.17 МСК биткоин дешевел на 5,8% до 8,249 долларов. На бирже Bitfinex криптовалют снижалась в цене на 6,3% до 8,21 долларов, на KEX на 5,9% до 8,2 тысячи. Альтернативные криптовалюты также дешевеют. Ethereum на 6,23% до 688,5 доллара, Ripple на 8,5% до 0,69 доллара, Bitcoin Cash на 11,6% до 1262,3 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 376,73 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 37% всего рынка криптовалют. Вчера и сегодня утром биткоин снижался. В общей сложности потери составили около 5,5%. В результате цены вышли из диапазона последней недели. В этой ситуации вероятность тестирования минимумов предыдущих месяцев увеличивается. Ближайший уровень поддержки находится в диапазоне 7,98–1 тысяча долларов. Прокомментировал РИА Новости ситуацию на рынке криптовалют директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы Чирып Талиф и Мансур Гусейнов. При этом, как отметил аналитик, из-за того, что другие криптовалюты также снижаются в цене, доля биткоина в общей капитализации рынка выросла. Однако, как считает профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени ГВ Плеханова Константин Ардов, на фоне проведения в Нью-Йорке ежегодной конференции по криптовалютам Consensus 14-16 мая, вполне реальным сценарием для биткоина будет возврат утраченного коридора 8,89–6 тысяч долларов, с последующим преодолением отметки в 10 тысяч. При этом аналитик полагает, что предсказывать сроки этого возврата стало сложнее, так как торгующиеся деривативы на биткоин сдерживают амплитуду колебаний курса. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код, инфографика, блокчейн и биткоин.